Добрый вечер. Сегодня мы варим холодец. Сам процесс укладки мытья мы не снимали. Здесь у нас кипят ноги свиные, ноги говяжьи. И что там у нас? Все. Уже кипят. А здесь у нас варится свиная голова. Сейчас она закипит, покипит. Тут у нас шкарлупа на лето. Будем удобрять огород. Сушится. Так. Вот это сейчас закипит. Прокипит какое-то время. Мы их в одну кастрюлю сложим. И все. И будет вариться еще часов так около 5. Чтобы все хорошо прокипело. Отварилось, отошло от косточек. Было мяконько, вкусненько. Сюда мы приправу положили. Положили красный перец, черный перец, гвоздику, приправу для мяса. В общем, по вкусу приправы наложили. Сюда соль положили. Сюда мы еще ничего не ложили. Потому что еще не закипело. Теперь стоит, кипит, варится, а кот у нас, как всегда, голодный, орёт. Ждем, когда сварится. Сварилось наше мясо. Слили бульон. Сейчас это будет все остывать. Как остынет, так мы будем перебирать мясо от косточек, и будет у нас холодец. А пока это все остывает, мы сделаем булочки из слоеного теста, пирожки с сосисками и с яблоками. Вот такая чашка мяса получилась, столько бульона. Сейчас мы это все собьем миксером, чтобы была однородная масса, зальем бульоном. И разложим по чашкам застывать. Взбиваем. Вот такой паштет мы взбили блендером. Сейчас зальем бульоном, и будет у нас холодец. Сейчас будем заливать. Вот столечко получилось. Сейчас мы это все заморозим и съедим. В холодильник все составим. Всем пока-пока. Омылись.